Пацаны, с вами сложно, с вами очень сложно. Вот иногда я смотрю на вас, и, блин, мне кажется, что вы меня натурально троллите просто, издеваетесь просто. Ну, можно быть всяким раздолбаем, но до такой степени все равно не надо быть. Знаете, надо, ну, надо быть подтянутым, как чекист, это все, ну, порядок должен быть, короче. И поэтому это, когда я взял такую фанерку, это, а не, бонусный материал, короче. За то, что вы это самое, вот, терпите, мы все издеваться, то, блин, это самое... высокопрофессиональное, это самое наставление, как сделать это, профессиональный, высокопрофессиональный стол для этой херни, вот это, который бжи-бжи. И это недорого стол такой, дешево, совсем дешево, за бесплатно, короче. А не то, что там некоторые там крутые, я за 10 баксов, я могу за 20, идут они в задницу, откуда у нас лишние 10 баксов, правильно? Воробья в чистом поле, блин, загоняем за 10 баксов. Так, взял эту фанерку. Но потом я понял, что нет, пацаны. Нет, как бы вы это самое, ну, совсем уже тоже не надо. Купить такой агрегат за 50 баксов и потом взять их из кривой фанеры стол сделать. И, короче, это сказал я, пила киты, нахер все это, блин, ваша власть кончилась, которую тут временные сласть, и это самое, и теперь это наше время. Итак, что мы делаем? Вот от этой фигнюшки, да, во-первых, это очень важно оценить ее от электричества, потому что каждый раз, блин, это, ага, так можно себе что-нибудь отрезать, это. Смотря где, на каком уровне держишь, там и отрежешь что-нибудь. Ага. Короче, так отложим в сторонку, это печка не включенная, поэтому это холодный. А вот с этой херни надо срезать эту верхушку. Срезайте эту верхушку, ложите ее на стол. Так, а что, правильно? Да будем надеяться, что правильно. Ага. И потом вот берете вот такой толстый карандаш и понимаете, что вы пролетели. Потому что толстый карандаш в эти маленькие дырочки не пролезет. Надо тонкий карандаш. Берете тонкий карандаш, высокопрофессиональный, это самое, чик-чик, это самое. А потом у кого-то немножко фантазия есть, берете эту херню, прикидываете ее и понимает, опаньки, а сильно в бок поставил, не пойдет. И, короче, зачеркиваете все нахер, это и по новой, это по центру, вот и короче. Эта штука должна быть, это по центру столика. Так, потом, что вам нужно потом? Потом нужно это самое. Вот как эти болтики, вот такого диаметра сверлышка. На глаз это самое, я не знаю, вы можете или нет, поэтому хорошо иметь вот такую херовину. Вот так вот это. Это, ну, она сильно не поможет, это самое. Ну, даже у самого последнего отстойного человека, ну, такое не должно быть. Это. Ну, это, ну, это была смаса на елки-палки. Пять раз что-нибудь замерил, там, какой же нахер аккуратность, правильно? Ну, для понта все равно вот так. О, так с умным видом. О, да, так, почти пойдет, ага. Так, и потом смоем набор, это среди всяких ржавых сверл, этих самых тупых, ищите какой-нибудь это, ну, близко так подходящее, так. И, короче, потом эти дырочки сверлите. Так вот, раз, как большие дяденьки, так, о, блин, еще дрель надо в другую сторону. Пацаны, мне серьезно иногда кажется, что вы меня троллите нафиг, ну уж. Уж дрель-то можно приготовить к киносъемкам, а? А вообще еще, знаете, это мне грустно на вас смотреть, вот, ну я не знаю. Блин, ну дырки-то надо правильно сверлить, но не там, блин, где-то неправильные были отмечены, тебе надо зачеркнуть нахер крестом, блин. Ой, блин, чуханы, блин, из города Мухосранска. Так, один дырдочка. И еще знаете это? Ну, имейте совесть, блин. Ну, когда вы в мастерской там работаете или что там это, блин, подметаете пыль там, то все это. Ну, ясно, у вас этот вот совочек такой есть, это чистота, залог здоровья. Ну, поднимаете пыль и камере, это капец, камере, капец. Потом ходите, сопли распускаете. Ой, помогите каналу. Моя камера накрылась, ей всего, блин, 8 лет было, и уже капец, и помогите. Ага, это, руками не сметайте, сколько раз зарекался, блин, а потом занозы, блин, там нафиг, не надо, блин. Ну, так, вот и можно. Так, дырочки сделали, а теперь же там еще это, блин, пота еще надо будет делать. Чтобы пота сделать, для шляпки, короче, это, шляпки отсюда будут, да? Надо будет это, более крупные дырки, надо будет более крутое сверло искать. Так, сверло положили на место? Нет. Вот это по-чухански так не надо. Сверло надо обязательно на место тыкать. Потом это подальше положишь, поближе найдешь. А то хрен найдешь потом в следующий раз. Видишь, как красиво так. Вот они построились, все как положено. Отделение равняясь смирно. Так, потом берете большую такую хрень это, и пробуйте вот это маленькое чмошное, это самая дрель потянет или нет. Если потянет, то мы угадали и победили, и нам повезло. Если нет, то будем что-то думать другое. Так, тоже с понтом, так под зонтом, там находим центр. Пасха в Китае не знаете когда? Потому что этой херней будете, блин, сверлить до китайской Пасхи, это точно, блин. Так, поэтому берете мощнее дрель такую с угрожающим видом, вот эту хрень вставляете туда и говорим, блин, а ты сам это самое, блин, записался добровольцем на это самое, на нелепые алеповские там телодвижения. Так, хорошенько закручиваем. И потом, очень важно, вот этой дряни нужно это ток.
Если электричества нет, она ни хрена не будет сверлить. Это уже доказано, это мы уже убеждались неоднократно. Так, втыкаем в это самое и пробуем. Сделать такие покачивающие движения, как будто ты это на морфлоте служил, или как будто ты углашки этого самогона паленого попробовал, который этот первачок, где она там это слезы не отбирала и тебе поплохело. Ну в любом случае вот так покачиваться надо, просто даже для понта, как будто ты крутой такой, знаешь это. Так, опять обметать, блин, но опять же пыль на камеру, и опять же потом плакать, блин, что камера сломалась. Поэтому не выбирайте, или шашечки, или ехать, блин, или камера целая, или стол чистый. Так, это все сделали. Так, пацаны, это затягивается репортаж. Короче, будем это самое, это, наверное, отключать камеру. Теперь надо что-то это, что-нибудь придумать это. Ну, потай, наверное, для этого. Ну, фанера толстый, елки-палки. Кто такой фанера буржуйский придумал? Короче, потайчик для болтиков это самое сверлим разными. Ну, с умным видом надо искать. Это большой сверлоток, большой диаметр там это. Это будет сильно большой, наверное. Ну, что-нибудь такое. Чем больше, тем лучше. Короче, будем делать потай для болтиков, и надо будет болтики искать больше, более длинные. Ну, а потом попробуем эту хрень закрепить и посмотрим. Так, умельцы и умельчихи, это самое. Потом, когда вы это все приготовили, короче... пальцами не надо, занозы будут. Не смахивайте пальцами нафиг. Да, это самое. Дырдочков насверлили, потом вы с ужасом обнаруживаете, что туда никакие гайбочки не подойдут, шайбочки. А шайбочки обязательно положить нужно, потому что шурупы, дерево, это самая шляпка там, ну сами знаете, что там, улетит все и до свидания, да. И поэтому надо это делать больше. Поэтому это, ну, зло так берете, откручиваете это сверло нахер, выбрасываете, ну не, туда не надо, куда я сказал, а просто откручиваете. Ага, и выбираете это большие сверла. Ну, конечно, это уже будет чересчур, это будет чересчур это. Потому что эти пиндосы, они тупые, но все равно такого юмора не поймут. И это, ребята, очень важно, когда вы весь этот процесс делаете, да, вот сейчас, допустим. Ой, елки-палки. Ага, это, сейчас скажу. Вот так дырдочка в больших. Делаем. Короче, когда все это делаете, да, очень главное, важно не терять оптимизма, это самое, и все делать с улыбкой, весело, потому что это самое. Когда вы вот эту хрень делаете, вы однозначно это говорите прощай этой, ну, гарантии всякой, да, и это. Ну, а это надо делать весело, знаете, как это. Ну, она улетает, прощается там навсегда, что-то тебе синим крылом машет, а ты тоже в ответ, ну, а что ты будешь, как хмырь, что ли, стоять и сопли распускать. Прощай, гарантия, нафиг. Это самое, конечно, нарушаем там все эти самые рекомендации производителя. Ну а что, а кто сказал, что не сработает? Подержите мое пиво. Вот, дуть еще можно. Короче, только лохи одевают очки, там и что-то веничками смахивают, все. Можно сдувать эти опилки все. Так, все, пробуем это самое. Мы не можем все снимать, пленка скоро кончится. Но будем держать дальше. Итак, помахали это весело, это самое, улетающей гарантии и вперед. И, короче, ребята, вот так вот, значит, это было наглядное обучающее пособие, как сделать этот стол такой, это дешево из фрезы, для фрезы, от фрезы, под фрезу, и это самое. Ну, когда вы все закончили, то можно это распрямиться, вздохнуть, потому что, ну, поматериться немножко, потому что это опять, сволочь, эта лямка, блин, отстегнулась, это, хоть даже это самое, на ней пришито уже от этого, от подштаника, это самое... Такая херня, и даже тряпочка подложена, чтобы все равно отстегивается, но, ага. И потом можно это, ну, блин, это, собрать всю эту фигню, блин, с эти долбанные эти самые гайбочки, болтики, эти все, это все, поматериться немножко, потому что эти дырки пришлось опять сверлить, пересверливать, то все, ага. Ну, и если это, ибо это был продолжительный сеанс секса такой на Красной площади, то можно сразу приготовиться к многочисленным вопросам, типа, дядя Вова, а нахрен тебе это все нужно, у тебя все равно руки под хрен заточены, и ты все равно этого ума не дашь, и это, ну нафиг вообще это изгалялся. И, ну, просто можно заранее подготовить ответ, допустим, ну, то, вариантов несколько, можно сказать, это пошел ты, а можно сказать, допустим, а зато у нас вина много, но вообще...
стоило, ребята, стоило. Даже если, чтобы, не знаю, там, впечатлить девочек кого-нибудь, там, даже, допустим, Татьяну Грызлову, то это стоило, очень даже стоило. И никому, главное, никому не рассказывать, в конце концов, что потом, когда все это сделали, захерачили, короче, эти болтки закрутили, все, это все установили, все, и потом вы это, ну, пытаетесь его испытать, и там снизу так раз это, и это... Просто с ужасом, с ненавистью такой осознаете, что все было зря. Зря сопли морозили, зря пальцы морозили и били, блин. И зря вот это кочевряжили здесь. Потому что эта фанера сволочь сильно толстая. И это самое, и нифига он не вылазит сюда. И поэтому не сможете вот так это, как большие дяденьки, так это иметь такой станок, где можно так вжи-вжи там все это делать. Ага. И это, и поэтому, пацаны, это самое. И поэтому это, пацаны, это... Вы там не сдавайтесь, не теряйте бодрости духа, держитесь, потому что это не в этом счастье. Ну подумаешь, там пролетел, ну знал бы, где упал, соломки бы поселил. Ну берите в следующий раз фанеры потоньше, блин, ну не знаю, лететь над Парижем будет веселее, может. Но в любом случае, было весело, было хорошо, была цель какая-то, пролетели, подумаешь, ну в следующий раз получится, правда? До свидания. Работаю, работаю, друган мой пропал. Говорю, ты где динамит? Он прибежал такой счастливый. Это, думаю, ну что-то не то, пацаны. Белку он загнал. Загнал белку. Так, а мы сейчас попробуем пушку одной рукой зарядить. А вон он. Динамит. Так он любит этих белок, а? Так он любит этих белок. Блин, ветка там. А? Через ветку же ну-ка бьет воздушка. Пулька через ветку не пошла. Динамит, давай. Ну уходит. Ты чё? Давай. На дерево загнал. Ну вот так у дяди Вова мазила. Надо было через ветки не стрелять. Воздушка ветку не пробивает, пацаны, запомните, раз и навсегда. До свидания.